Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба. In the presence of our King, there is joy forevermore. Let us lift our voice and sing songs of glory, songs of honor, songs of praises unto our King. Среди свиней живу хлебу и холодно, и худо, и стыдно, стыдно, и тоска сильней. Пока ты был, все промотал по свету, была любовь, а там деньги были. Ушли друзья, и подруги нету, и где теперь ее сердечный пыль? Ухожу, ухожу, лучше дома. Руки есть и села голова, и на хлеб заработаю вдоволь, сколько жизни я дров наломал. Я рос и думали, ума палата, вот радость и награда для отца. Какая горькая, однако, плата, позорно докатился до конца. Чужой дали искал свою дачу, и оборован, и обманучки, не об украденном жалею, плачу. Зачем грязи я вывалялся в дверь? Ухожу, ухожу, лучше дома. Руки есть и цела голова, и на хлеб заработаю вдоволь, сколько жизни я дров наломал. Долой, долой, долой такую долю, домой пока могу, пока живой. Вернусь к отцу на родину, на волю,
прости, Отец, виновен пред Тобой. Я не достоин называться сыном, я не достоин крова Твоего. Моя душа, как высохшая глина, и у оправдания нету ничего. Ухожу, ухожу от дома, руки есть и зла голова, и на хлеб заработаю вдоволь, столько жизни я дров наломал. Я на хлеб заработаю вдоволь, руки есть и цела голова. Я с удовольствием хочу делиться Словом Божьим. Без Слова Божьего, без откровения свыше, мы все бедны, мы нищи. У нас нечего дать, друзья. Я не знаю, Бог так меня создал. Я очень чувствителен к духовным вещам. Просто чувствителен. Люди иногда говорят, ты такой, тонко слезы, такая душа у тебя. Знаете, я не плачу просто от таких трогательных моментов. Я не плачу, например, там фильмы, какие-то книги. Я понимаю, что это все душевность. Но стоит мне соприкоснуться с каким-то духовным озарением, просто стоит мне понять какую-то, пусть маленькую истину, какую Бог открывает, просто моя душа моментально разворачивается, она просто реагирует на это, она просто приходит в движение, все начинает жить внутри. Потому я вам свидетельствую, что наша душа, она очень соединена с нашим духом, очень сильно. Мы можем говорить правильные вещи, интересные вещи, и можно увлечь вас здесь и пением, и всякими рассказами, и статистикой, и видео, и чем угодно. Но на самом деле наша душа, она нуждается в Божьем Слове. Вот я убежден, что есть много людей, которые сами до конца не разбираются и не понимают, что именно тянет людей в дом хлеба. Что именно привлекает? Люди могут даже не знать этого. Просто вот есть внутри настроение прийти, быть вместе, быть частью. На самом деле я верю, что это именно Божье присутствие, именно Божий Дух. Есть мощные хоры, мощные программы и спикеры и все прочее. Но есть какая-то часть, какое-то Божье движение, которое влечет наше сердце снова быть в этом общении. Слава Господу за это. Я хочу сегодня снова прийти к Слову. Я верю, что все стоит на Слове. И Слово является центральной причиной, почему мы сюда приходим. Сегодня у нас последнее воскресенье уходящего года. Мы подводим итоги. Я не знаю, как вы, а я уже много лет, может, лет 6-7, всегда, в последние дни уходящего года, беру свой органайзер, все, где у меня записано в течение года, и просто прохожу по всем датам, прохожу по всем событиям, которые имели место, даже по маленьким, которые там записаны. Допустим, там что-то купить кому-то, позвонить кому-то. И у тебя всплывает картина вообще прожитого года. И это берет несколько часов. Я остаюсь один с Богом. Я им показываю все это, говорю, Господи, вот здесь столько было усилий потрачено, а результаты такие неважные. Вероятно, я плохо тебя расслышал или плохо сделал что-то. То есть я честно говорю, Господь, я не хочу тратить свою жизнь, я не хочу тратить свои силы, я не хочу, чтобы еще один год я напрягался, а результатов не было. Я не хочу. Я верю, что все, что производит Твой Дух, оно мощно, оно сильно и оно вечно. Вечно, даже если я не вижу сейчас чего-то. Я верю, что все абсолютно, что производит Божий Дух, оно имеет вечные результаты и вечные последствия. Слава Господу! Сегодня я хотел бы сказать, что Бог, Он живет вне времени. Бог вечен. Для Него не